Аллоха, друзья, это у нас Resident Evil. Пока нас зажали в этой ебучей комнате, я думаю, стоит вставить наш новый магазин к пистолету. Какой-то мы там с вами GMB, что-то там 260, по-моему, нашли, вот он. GMB HP03. Так, это он что вообще нам дает-то? Так, где SLS, SLS, SLS. Так, вот GMB HP3. Давайте смешаем его тогда с этой штукой. А что мне даст? Увеличение магазина? Да, он мне дал 26 на 26 слотов у меня теперь пистолет. На 26 снарядов подходит. 26-зарядный пистолет калибра 9 мм. Первой модели, но это мы все читали, этому да-да-да. Давайте, короче, положим его. Пока что побегаем со своим этим пистолетом. Так, у нас сейчас есть приспособление. С этим приспособлением мы должны идти в библиотеку, отодвинуть шкафы и залезть к часовне к той. А в часовне нам нужна шестеренка. Где моя шестеренка? Хотя, подождите, я сначала... Хотя нет, стойте. Пойдемте сначала заберем кнопки... Ой, то есть предметы с помощью кнопки. Большой-то ушел. Да, по-моему, нет его. Так, нож при мне. Надо убить, короче, лизуна. Но их здесь двое. Блять, и большой, что ли, здесь? Да ладно. Слышь, большой, только не говори, что ты здесь. Его здесь нет, нет, колдовой его нету. Короче, надо вставить кнопку. Так, использовать это... Подождите, а в какую мне сейчас лучше вставить? У меня есть 102. У меня есть 103. Может быть, 103 лучше взять? У меня там нож лежит. Мне кажется, 103-то будет получше. А, так, 208. А, что еще? И 203. Нет, ну 203 я взять не смогу. Короче, там, по-моему, еще... Не, давайте нож, наверное, возьмем, да? На порох мне похер. Давайте 103. Мы сейчас сможем 103 взять? Что такое? Так, у нас... Да, мы 103 сможем сделать. Давайте 103 тогда использовать. Так, 103. С помощью ножей мы можем уничтожать лизунов. Проклятых лизунчиков. Enter. А от них, мне кажется, стоит избавляться в первую, блядь, очередь. Иначе они вообще нам не дадут никуда пройти. Так, что, вот нож. Так, ну это армейский, да, это боевой нож. А они, кстати, здесь все одинаковые? Боевой нож? А, ну да, они здесь, они все армейские. Я думал, они здесь хотя бы разные. Они, короче, все одинаковые. Так, у нас есть два ножа. Теперь нам нужно идти в библиотеку. Теперь... О, это я... О, это все, это он меня заметил. Это, короче, все. А он меня забудет? Лизун. Или он, то есть, все теперь. Он так и будет на меня нападать в этой комнате. Ой, блядь, слушайте, если он меня так и будет нападать, тогда это пиздец. Да? Ты будешь нападать? Давайте, короче, рубить его, хули. Че делать-то еще? Слышь, Лизун, давай ко мне. Сейчас мы тебя заебашим. С ножа. Ты здесь один вообще? Слышь, Лизун. Лизун, пиздун. Давай, сколько мне там? Ему, по-моему, немного нужно было набить. О, вот это опасно сейчас было, то, что он отодвинулся от нас. Все, убили. Ты здесь один был, слышь? Да, по-моему, один. Да, он здесь был один. Так, а у нас вот эту дверь мы открывали. Мы сюда же заходили, по-моему, да? Я уже не помню. Я в предыдущей серии просто... Да, мы сюда заходили. А, это у нас к этому. Я здесь еще предмет не взял. Надо тогда взять. Мы здесь все? Да, больше ничего, по-моему, нету. Так, вот это что? Это граната у нас. Здесь все. А, у нас здесь еще хилка стоит. Надо тогда хилку с собой прихватить. Ноль зюнов мы теперь так... А, здесь еще изолента, это ебучая. И чего здесь еще? И здесь буш... А я, короче, думал, это хилка, это у нас зеленую дверь пометили. То, что мы там уже были. Пойдемте, короче, скинем все эти предметы. И уже это сам. О, большого слышу. А где большой? Он где-то вон там ходит. Большой. Слышь? А, он может быть наверху. Блять, какой, да? Какой дурачок. Да, он точно наверху ходит. Тогда не надо его бояться. Надо скинуть все ненужные предметы. Блять, слушайте, а лизуны такие зичевые. Так, это мы укладываем. Может быть, взять грент с собой одну? Может быть, она мне даже пригодится, но лучше, мне кажется, световую. У меня есть световые где-то. Блять, у меня столько времени уходит на подбор предметов. Это вообще ужас какой-то. А, у меня последняя световая, у меня больше нету. Давайте ее тогда возьмем. Ну, а чё? Ну, как бы будем с последней, чё? Так, ладно, пойдемте. Этот ушел. Давай тогда, может быть, здесь тогда пройдем. Через нижние этажи. Здесь, по-моему, быстрее будет. Можно, в принципе, и через верхний, через второй, но... Так, там зомби у меня. Зомби тогда не будем стрелять. Пусть ходит, он мне здесь мешает. Самое главное, что мы вырезали. Лизунчиков, пизунчиков.
Так, здесь... А мы здесь всех убивали-то, кстати, в этой комнате? Слушайте, я не помню. У меня очень какая-то... У меня память очень сильно усугубила за последнее время. Я заметил, как я только сел играть в Resident Evil. Так, у меня есть... А, у меня есть, по-моему, предметы какие-то есть. Я вон там поднимал, кстати, снаряды или пистолета. Нет, они лежат, смотрите. Вот они. А что я их не взял-то? Объединить все. Теперь у меня их 9. 15, точнее, вместе с пистолетом. Как, короче... Как начал играть в Resident Evil, что-то у меня начались серьезные проблемы с памятью. Я не знаю почему, я не знаю как, я не знаю зачем это происходит, но это происходит. Поэтому опасайтесь, опасайтесь, пацаны. Вы можете начать все, блядь, забывать. Так, вот сюда нужно ставить ручку, использовать. Сейчас, я думаю, тогда мы сразу все вот эти ящики передвинем. Если там большой титан, нет, он не пришел, он там где-то ходит. Мне кажется, надо переключить звук. У меня сейчас включен режим наушников. Надо какой-нибудь другой поставить, например, динамики. Он здесь, что ли, уже? Слышишь, ты здесь, блядь? Титан. Нет, плохо, что он меня заметил. Это очень, блядь, мать его. Да, все, он меня заметил, он идет ко мне. Пиздец, короче, слушайте, это пиздец. Нет, я не знаю, что. Давайте, наверное, по лестнице опять спустимся. Нет, ну вообще у меня в ту комнату с колоколом он не заходит. Насколько я помню. А ты умеешь... Блять, он слазит! Точно, я забыл, что он умеет слазить здесь. Пиздец, вы прикиньте, короче, да? Он прямо резким, ловким движением. Как десантник. Самый... Может быть, он был десантником при жизни. А это люди вообще, вот эти большие титаны? То есть, это какой-то мутировавший человек? Или это прямо созданный биоробот, биокиборг? Надо бы, кстати, погуглить по этому поводу. Так, здесь кто-то... Ну, здесь были два зомби у меня. За Леонидзе. Ходили вон, да, вон они ходят. Причем их здесь... Да, вот еще один. Помню я его. Он меня уже кусал как-то раз. Попался я. Вот, все, мы башку снесли. Так, давай заходи. Я здесь помню, у меня здесь открыто. Того, в принципе, тоже можно убить. Так, это что это? Это план ремонта. Это вообще мне ни о чем не говорит. А мы шестеренку-то не взяли, блядь. Мы шестерню-то не взяли. Ебаный пиздец. Так, здесь что у меня? Здесь у меня ничего. Нет, смотрите, он не заходит. То есть здесь есть реально какие-то комнаты. Который он полностью игнорирует. Он на них вообще внимания никакого не обращает. Так, здесь что? А, здесь еще что-то. А, это комната. А куда она? А, это, блядь, это... А, это у нас здесь порох был. У нас здесь был порох. Я помню. Причем большой. Сейчас тоже большой. Порох много. Ну, берем тогда что. Порох лишним здесь не бывает. Но я его никогда... Надо, наверное, насмешивать. Этого пороха побольше. А то я его экономлю. Блять, мы на хардку... Мы заканчиваем игру на хардкуре, и у нас остается целая куча снарядов. Мне кажется, я как-то неправильно играю в Resident Evil. Я слишком экономлю, слишком сильно. Так, здесь у меня предметы. А там у меня, кстати, тоже что-то есть. Надо бы там еще предмет пособирать. Но мы не этого сделать не сможем, потому что у меня здесь большой титан ходит. Но сюда он не заходит. Да? А он меня заблокировал здесь, прикиньте. Он меня около комнаты ждет, около этой. И чего мне теперь с ним делать? Да нет, он ушел. Он ушел налево, я слышу. Он пошел гулять. Давайте, может быть, и мы тогда пойдем. Слышь, ты ушел? Вон, да, он, вон он ходит. Все, давай, уходи отсюда. Молодчинка. Так, зеленая трава. Так, а ну все, мы здесь все взяли. Надо, кстати, эту комнату открыть. Это у нас срез. У нас там срез. Куда только, я не помню куда. Че, постреляем, что ли, мы в этого пиздюка-то? Мне нужны вообще патроны пистолета-пулемета, я вот не знаю. Они полезны? Или это дичь какая-то? Ну? Слышь? Да слышь, ты, блядь, погибнешь! Пидор, ты че, какой живучий-то, блядь? Пистолет-пулемет какой-то говно. Да, Кань, на тебе нож, короче. На, забери его. И он живет, Катан, и он, блядь, живет. Вот, вот что мне с ними делать, реально. Живет, пацаны, живет. Все? Да ты ж пиздишь, ну опять же, ну ты, я тебе не верю. Давайте заберем его. Ну он же опять мне врет, а? Ну в смысле? Ну он живой опять, ну нет. Я, кстати, не знаю, как они на хардкоре-то вообще, что у них с жизнью. Ой, то есть не на хардкоре, а на нормальной сложности. На повышенной-то я вижу, что их хуй убьешь, а на норм или что с ними вообще?
Они также тяжело убиваются или все-таки намного легче? Так, а мы здесь все взяли? А, да, здесь я здесь всех перебил. Можно, кстати, здесь сходить. У нас на первом этаже же был этот. Офис шефа Айронса. Можно туда сейчас сходить. Так, стойте, что-то неровный микрофон стоит вот так вот. Нет, все равно как-то неровно. Что такое с тобой, слышишь? Что с тобой? Так, ладно, пойдемте. Это у нас был первый этаж, по-моему. А, нет, это у нас вот здесь было. Я помню, здесь заслонка была. Титан, ты где? Мне показалось, он в этой комнате, блядь, пиздец. Так, короче, надо... что выложить-то? Зеленую траву, порох, ключ, я не знаю, нужен ли мне или нет. Надо взять патроны к пистолету, пулемету, перезарядить его быстренько. Давайте так и сделаем. Титан, как он вообще... Вот как он до сюда дошел, вы мне скажите? Как он успел это сделать? Он уже здесь ходит. Какого, мать его, хрена? Надо шестеренку взять. Так, шестерня, ты где? Вот большая шестеренка. Сейчас мы это все вставим, все это мы решим и пойдем уже решать. Он здесь, блядь, вы прикиньте. Да ты что, ёбнулся, что ли, Титан? Ну ладно. Ну и что там? Все еще здесь? Нет, он ушел. Пойдемте тоже наверх потихоньку. Я опять не понимаю, где он ходит. То ли наверху, то ли хуй пойми где. Ну в ту комнату он все равно не попадет, в которой нам нужно. Слышь, ты где? Я его не вижу. Он прям как будто бы... Он внизу, что ли? Он как будто бы прям здесь ходит, но я его здесь не вижу нигде. Так, ладно, пойдемте быстрее тогда. В шестереночку катаны. А у нас, кстати, в третьей части тоже, по-моему, были какие-то, помните, эти головоломки с шестеренками в баш. Блять, стоит уже. Да ты ебанулся, что ли, слышь? Ты уже опять живой. Пиздец, он издевается надо мной, реально. Падай давай, пошел нахуй. Я здесь все равно больше пробегать не буду, так что можно и убить его. Может быть, с гранатометом бегать? У меня что-то более много снарядов для гранатомета. Оно, в принципе, и хорошо. Мы можем разъебать боссов. Так, нет, это не сюда. Сюда нужно будет маленькую шестеренку ставить. Большая. У меня сейчас большая, и большую нужно вот сюда вот. Да, вот в это место. Это, по-моему, мне какой-то этот опустит мост. Да, вот. Вот этот мост меня опускают. Там мы забираем, по-моему, еще одну шестерню. И вставляем ее уже вниз. То есть вот такая у нас цепочка. Цепочка, пищевая цепочка шестеренок в полицейском участке. Так, ну там у меня это, деталь от щитка. Так, вот эта штука мне нужна. Да, она же мне нужна-то. Да, вот маленькая шестерня. Ее, короче, нужно вниз. Сейчас мы ее вставим. А, сюда тоже нужно будет, по-моему, принести, да, большую? Или я уже что-то путаю? Блять, я запутал. Это реально, это пиздец. По 100 раз перепроходить Resident Evil, это безумие, катаны. Самое настоящее. Так, сюда мы вставляем эту. Отсюда мы берем нашу большую. Большую мы вставляем туда. И все у нас в шоколаде, да, по-моему, так. Так, что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. А, значит, я делаю все верно. Пока что у нас все найс. Так, а сколько мы, кстати? Мы 3:21 уже бегаем. 3 часа 21 минуту. За Леон у меня здесь, по-моему, было уже 5 часов. То есть успехи есть. Так, использовать. Так, вот, хуяк. Я, кстати, думаю, может быть, я даже и выполню ачивку, где нужно пройти хардкор на ранг S+. S+, же там, да, самый высокий. Условия там такие, что мы должны пройти Resident Evil за 2,5 часа. То есть или раньше. И сохранить только 3 раза. И тогда вы получите S+. Я думаю, я все-таки пройду. Я не знаю, под запись я это буду делать. Скорее всего, не под запись все-таки. Получилось. Под запись это с ума сойдешь, реально. Это слишком потно, это очень. Да и 2 часа. 2 часа будет длиться запись. Я это сколько буду рендерить? Вы прикиньте? Целый день? Так, а что у меня там? А, у меня вот здесь вот эта хуйня упала. Надо взять ее тогда. Так, Аегис, Хуегис. Это мы берем, это мы открываем, это мы смотрим. Блять, это вот надо только додуматься. Засунуть шестеренку в какую-то... Ой, то есть не шестеренку, а деталь от устройства в какую-то вообще часовню, в какую-то башню. Добавить к этому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как я ловко, блять, успел в дверь зайти. Нормас? Да все нормас. Добавить к этому головоломку, что здесь нужно какие-то шестеренки еще найти. Все это, блядь, совместить, все это решить. В общем, я поражаюсь Капкому. Это реально, это такой склад ума нужен.
просто безумный какой-то, блядь. Японцы вообще с ума сошли. Серьезно. Так, куда он ушел-то, кстати? А в какую сторону? Он туда? Или куда? Блять, он так пугает, когда мы выходим, заходим в дверь, и тут резко было... А, вон он ушел. Он ушел. Ты же не зайдешь сюда? Так, там этот мертвый лежит. Слышь, ты же не зайдешь? Где? Да нет, он наверное, на улицу ушел. Он пошел пропердеться. Подышать свежим воздухом. Так, нам нужно вот сюда, вот к этому, к Айронсу идти. В офис Айронса. Так, а что это? Какие-то вазы, хуйня. Так, короче, берем... А мы не вставляли, кстати, одну-то шестеренку? Мы же, по-моему, одну нашли, мы ее не вставляли, я не помню. Так, а где она у меня? Стойте. Так, шестеренка. А где? Вот, деталь устройства, вот она. Так, вставляем, вставить. Все, мы это доставили, мы это вставили, мы это подставили. Ну что, пойдемте решать тогда. Время решать. Головоломы. Засеемся мы после того, как, собственно, все сделаем. Сейчас я этого делать не хочу, это глупо как-то. Так, слава богу, карта доступа. Это к этому, к парковке. Так, давайте, так, деталь, использовать. Так, вот этой, с этой хуйней я очень долго ебался в компании за Леонидзе. Здесь я вообще не знаю, что от меня хотят. А, ну что-то сделали, кстати, стойте. Что-то включил, подождите. Вот так вот, может быть. А это мне зачем? А это мне вообще не нужно. Вот так вот, что ли? Нет, я должен провод вниз, короче, вот сюда вот. Вот так вот его пустить. А в смысле? Нет, подождите, я это должен куда-то в другое место перенаправить, как я понимаю. Да? Нет, ну к этой питание идет, да. То есть, нет, стойте. Подождите. Это нужно как-то мне вниз направить. Точно не наверх. Может быть, нет, тоже не так. Это мы вообще соединили, что за херь? Мне нужно как-то понизу ее сделать. То есть, либо... А, нет, нужно, чтобы она шла вот отсюда, а эта штука вот отсюда. Можем так? А мы так не можем, смотрите. А, нет, можем. О, что-то... Оно мне все равно не хватает. Вы прикиньте, мне не хватает этой штуки. Здесь нужно три... А! Или стоп, а у меня вот 10 соединений нету. То есть мне нужно тоже вот эту соединить каким-то образом, чтобы они все были соединены. Короче, я думаю, я сейчас все это подрежу, потому что смотреть это сойдешь с ума. О, катаны, решил, короче. Я что-то пощелкал вообще наобум. Блять, открылся я. Ну ладно. Нет, оно решается на самом деле как-то по уму, но у меня это все наобум. Так, опа, телефон, звонок. Блять, а я не засейвился, если сейчас босс-файт начнется. А у меня сейва нету. Ну а что может произойти? Фредди Крюгер вылезет из телефона. Какой нахуй босс-файт? А чё мне вообще? Да бери ты уже, Клэр, что ты боишься? Это же не зомби. Hello. Эй. Рад снова видеть тебя, Клэр. А у нас есть незаконченное дельце. А чё, все потемнело? И где это? Неподалеку. Не пропустишь. Шерри в порядке? Пока да. А, клянусь, сволочь, если ее тронешь. Что происходит вообще? А тупая девчонка, если бы не потеряла эту гребаную штуку, я бы отпустил тебя. Какую гребаную штуку? Че он там потерял? А, спокойно, Шерри, скоро все закончится. Охереть вообще, да? Отсюда же должен быть выход. А, мы за Шерри играем? Сбегите от шефа... Вы что, сбегите от шефа Айронса? Нет, ну в оригинале у нас тоже был момент, когда... Это кто такой? Ебать, плюшевая кукла. Нихуя себе у нее плюшевая кукла. Я если бы такой плюшевой куклы в детстве играл, я бы с ума сошел. Каким-то большим, вообще ебучим плюшевым яйцом. Это что такое, кстати? Плюшевая кукла, грязная плюшевая кукла. А что с ней, может быть, и у нее что-то есть в жопе? А, да, у нее, смотрите, у нее, может быть, револьвер в ней лежит. Слышь, в ней револьвер в этой кукле? Я надеюсь, да. Блок, потертый старый блок. А что за блок такой? Зачем мне нужен-то вообще? Это кидаться, что ли? Блок с гравировкой, потертый старый блок, украшен какой-то объемной гравировкой.
И можно айлд, или это кубики, это, ну, в общем, это часть головоломки. Больше я не знаю, для чего еще это нужно. Так, давайте осмотрим здесь все сначала. А, вот он, ёпта, используется. Здесь, короче, нужно загадку решить с кубиками с этими. Вот так вот, что ли, как-то? Так, это мы переместим, это мы переместим. А, нет, сюда нужен вот этот кубик, стойте. Или где он вообще должен быть? А как это решается? Так, подождите, а, их можно вращать, ёпта. Их можно вращать, вы прикиньте. Так, а что мне это дает-то? Мне нужен... Так, ну треугольники у меня совмещены. Может быть, треугольники должны быть в центре? Смотрите, если мы треугольники соединим... Так, звезда здесь где-то есть? Нет, подожди. Вот есть звезда. Вот, звезда есть. А, это подходит. У нас сбоку вон еще нарисованы части от головоломки. Так, ну здесь вообще-то тоже подходит. Если уж так это говорить, да? А, нет, мне здесь нужен круг, смотрите. То есть здесь нужно поставить круг. Сюда нужна звезда. У меня есть звезда. Нет. Звезда, слышь? Это звезда. Ну, мне нужен мне теперь нужен треугольник. Так, треугольник, а сверху... Так, кстати, мне нужна звезда и сверху, чтобы был треугольник. Вот. Звезда, сверху треугольник. Так, теперь мне нужен треугольник, а сверху, чтобы был квадрат. Так, треугольник. Так, нет, это не подходит. Вот здесь, наверное. Вот, да, треугольник, сверху квадрат. Так, ну а сюда уже оставшиеся. Так, нет, мне нужна звезда, стойте. В смысле, а почему она опять не подходит? Почему мне опять нужна какая-то звезда? А, я убрал отсюда, мне здесь нужна звезда. Блять, мне здесь... Стойте, мне здесь нужна звезда с треугольником. Звезда с... Вот это что ли? Звезда с треугольником. Вот, мне сюда нужно... То есть вот здесь звезда с треугольником. Так, а как же, стойте тогда? Здесь мне нужна просто вот так вот. Нет, у меня... А, чё, подождите, а как же, стойте, а как же это тогда все решить-то? У меня, в принципе, эти на местах стоят. Как я... Вот так вот, что ли? Или нет? Так, треугольник. Вот так вот? Нет. У меня все равно почему-то не подходит. А почему? В смысле? Смотрите, все равно у меня не хватает каких-то частей. Выбрать двигать блок. Или здесь еще такие похожие какие-то. Чтобы был круг и и этот квадрат. Так, смотрите, здесь есть круг и квадрат. А, да, здесь тоже есть круг и квадрат. То есть можно еще вот так сделать. Охереть, здесь вариативность-то какая, вы прикиньте. Так, там у меня треугольник. Так, стойте, квадрат. Мне нужен квадрат с треугольником. Так, квадрат, треугольник. Вот, вот это подойдет. А, все, решили, решили. Ножницы мне за них дали. Розовые ножницы. Мы их берем. Ими можно заколоть зомби. Я бы так и сделал. Так, изучить. А, ножницы, детские ножницы. Угу. С ними реально можно на какого-нибудь мандищелу напасть. Можно вот здесь простричь использовать. Ну, вот сейчас прострижем. Слушайте, зашире даже интересней. Я вообще всегда любил загадки в играх, особенно Resident Evil. Пригнуться. Нет, подожди, не пригибай. Блять, а мы с вами не засейвились! Мы с вами не сохранились. Мы с вами не сохранились. Если меня сейчас кто-то убьет, это все. Если меня сейчас убьют, это, блять, все. Выйти мы не можем. Здесь, в этой комнате, да, мы здесь все взяли. Пойдемте тогда вот в эту. Так, это мы где вышли-то? Где я? Ну, это кладовка. Еще это телевизор стоит. Так, что здесь еще есть полезного? Дайте мне револьвер какой-нибудь, дайте мне волыну. Зрение вам можно проверить. Так, ну это да, это пустая комната. Вообще здесь тоже должны быть зомби. В оригинале были тоже зомби в компании Зашири. Да? Ну, судя по музыке, да. Так, закрыто. Я не могу туда зайти. Ладно, Шерри, пойдем тогда дальше. Блять, а прикольно, кстати, сделано. Вот эта вот стилистика такая, знаете... одновременно с каким-то ужасом. В то же время здесь вроде бы все какое-то детское, разноцветное, яркое. Все это выглядит реально как-то, знаете, сочно, что ли. Ярко, красочно, охуенно. Так, шире, записка. Дневник Салли. 4 января. Очень люблю среды, потому что нам дают сладкое и мороженое. Раньше я жила в совсем плохом месте. Учителя там злюки вообще. Все говорят, учись, учись, а мороженого не дают. А тут мне очень-очень-очень нравится. А, 10 января. Сегодня нам сказали важные правила. Всем надо вести дневник, ходить на медосмотры и не ходить на улицу без взрослых. Хорошо, в школу не надо ходить. Не хочу в школу, там дразнится, потому что у меня одежда старая. А больше всех дразнится тот, кто ее раньше носил. 16 января. Сегодня приезжает директор приюта, так что я одену свой любимый, прелюбимый синий наряд в клетку. А дядя директор высокий, усатый и полицейский. Пиздец, короче, это мы в приюте.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь вон эти. Забыл, как эта игра называется. По клеточкам прыгают. Так, удерживайте. Это зачем? А, это как с этим мы выдвигали саркофаги в морге. А, по ним можно залезть. Здесь даже элементы паркура есть. Don't run написано. Не беги. Now. Или что это такое? In-go? In-bow? Так, стойте. Нет, Шерри, слышь, Шерри, что-то я просто осматриваюсь, я смотрю, что у нас здесь еще есть. Смотрю, а мы не все здесь. А, мы, да, мы здесь взяли все. Ну, пойдемте тогда сюда. Блять, мне бы печатную машинку. Если меня съедят, что будет-то, реально? Я откуда начну-то вообще? Так, это что такое? Холодос. В холодильнике, наверное, есть что-то интересное. Что вы делаете в моем холодильнике? Вы хотите кушать? Шерри, ты не хочешь покушать? Я смотрю, нету ли здесь зомби. Надо как-то... Просто, понимаете, такие моменты, они не могут сделать их тупо такими какими-то... ходячими, бродильными. По-любому на нас будет кто-то здесь нападать. Не может быть все вот так вот спокойно. Поэтому надо все осматривать. Но мне было написано на стене «Не беги». Может быть, меня хотели предупредить, чтобы я реально не бегал. Так, прыгнуться. Я, может быть, реально кого-то могу сагрить на себя. Так, подождите. Здесь что, может быть, здесь пасхалки есть какие-то? Flower. Это Флауи из Undertale нарисован там. Так, ну нет, здесь ничего. Нет, стойте, я сначала хотел в ту дверь сходить. Что там-то у нас? Вот это что такое? Что за дверь? Может быть, ее не стоит открывать? Что это такое? Шерри. Нет, она за... Ну, я, в принципе, так и думал, да. Она, конечно... А мы здесь можем пройти? А, мы здесь тоже... То есть, смотрите, где у столов сломаны вот эти вот палочки... Мы там можем, собственно, проходить. Кто-то здесь есть? О, как здесь прикольно. Это особняк из первой части. Шерри, мы вообще... Это приют, блядь. Это вот так вот выглядит приют? Так, может быть, первая часть проходила в приюте? Наверняка эта дверь выход отсюда. Что-то мне подсказывает, что нет. Это еще не выход. Нас заставит очень долго здесь бегать. По этому приюту. Ну-ка. А, у меня ключ... Ну, точно, у меня ключа-то нету. Проклятие, нужен ключ. Так, а что у нас здесь еще есть? Так, ну-ка, надо карту. А, здесь пусто, можно, в принципе, не искать здесь ничего. Записка, дневник Тома. 5 февраля, уже 2 месяца прошло с тех пор, как я написал Оливеру или Оливеру. Ответ – молчание. Они словечко, хотя они все становятся такими, когда их усыновляют. Небось, устроился по-королевски в доме каких-нибудь богачей и думать про нас забыл. Я был уверен, что Оливер не из таких... А что мы с друзьями навеки? А какой же я дурак. 8 февраля. Анна сегодня рассказала сказку малышне. Мол, когда родители забирают кого-то из нас, они делают из ребенка еду для чертей. Вот почему дети никогда не возвращаются и не пишут. Уж не знаю, чего это она, но из ее бредовых идей получаются отменные страшилки. Блять, они, наверное, зомбями скармливали, что ли. 13 февраля. Тут творится что-то странное, и дело не только в сказках Анны. Нет, я не жалуюсь, и я бывал в приютах похуже, а этот еще и получает кучу денег от какой-то корпорации. Но почему нам нельзя никому звонить или ходить на улицу? Почему повсюду столько врачей? Почему тут что ни день, то новые прививки? Мы как будто... 14 февраля меня усыновляют, а меня обычно все хотят детей помладше, так что я давно решил, что я уже стал слишком взрослым. Надо признаться, совсем новость приятная. Да что, я просто на уши встаю от радости. Распрощаюсь с этим местом уже 20 числа. Постараюсь быть хорошим сыном, чтобы мои новые мама и папа гордились мной. 19 февраля. Посреди ночи прибежал Оливер, весь побитый, кричит «помогите» и все такое. Я его даже не узнал сначала, у него лицо было такое какое-то облезлое, будто расплавленное. Тут же явились учителя и врачи забрали его. Говорят, проблемы с кожей, скоро ему станет лучше, и мы сможем отправиться с ним в новые приключения. Вы, короче, прикиньте, да, они детей-то забирали на эксперименты. Им эта моль какая-то рассказывала, что их забирают... в виде, смотрите, какой крокодил прикольный. В виде еды для чертей. Ими, короче, зомби реально кормили, кажись. Либо же проводили эксперименты, хотя, может быть, скорее всего, и то, и другое. Это пиздец, это вообще какой-то ужас. Это что за приют тут такие? Пиздец вообще, надо его взорвать нахуй. Реально вам говорю. А вот здесь музыка закончилась. Это кто?
О нет, это он. Это шериф этот ебучий. Полицейский. То есть не шериф, а как что там? Вон там, а чем там? Ну там танцует, что ли? Он вообще ебнулся. Шарики за ролики заехали у пацана. Так, стойте. Дайте мне печатную машинку, я умоляю. Лента. А где печатная машинка? Дайте мне ее. Так, это что? Это кабинет директора. Так это его кабинет. А, вот, лента, лента здесь есть. Дневник. Если вы читаете это, звоните в полицию. Пришли черти, они всех едят. Много черных чертей. Помогите, они знают, где я. Мама, помоги. Пиздец. Так, стойте, мы там все взяли? Здесь что-то есть? На этих полках-то еще. А, нет, здесь больше ничего нет. Блять, эту записку, короче, ребенок оставил. Блять, это ужас, серьезно, это ужас какой-то. Так, надо на Леон засейвиться. Блять, поскорее бы отсюда выбраться из этого места. Так, все, ну мы, по крайней мере, засейвились. Это что такое? Это что за женщина здесь лежит? Пиздец. Он что здесь вообще делал? Это кто? Ебать, он какие-то... Он... Так, если, подождите, если он занимается таксидермией, значит, он человека, что ли, в чучело хочет превратить? Он вообще больной ублюдок. Но она явно мертва, она уже вся синяя. Пиздец вообще, это ужас, реально. Вот это хоррор, вот это я понимаю. Вот это жесть, это вам не зомби какие-то. Вот это уже реально что-то страшное такое пошло, блядь. Прям аж как-то не по себе с этой хуйни. Где там этот пидор-то вообще? Так, это что такое? А, это ключ, это, наверное, от выхода. О, он нас заметил. Куда собралась, Шерри? Говорил же, сиди на месте. А нужно учиться послушанию. Не трогай меня, прошу. Пора преподать тебе урок. Ну а нахер. Вот это правильно было, вот это заебись. А что там, кислота, что ли, какая-то? Ах, стерва. Ты за это заплатишь. Мелкая тварь. Теперь у пиздяка будет только половина лица. Он был и так не особо лицеприятен. Ой, блядь, теперь он еще отвратит. Ты пожалеешь, маленькая дрянь. Блядь, убегай, слышь, Шерри, убегай, блядь, скорее от него. Отстань от меня. А мы можем выйти отсюда? Слышь, мы можем вставить ключ? Скорее. У меня нет ключа, я его не взял. Я не взял ключ. Помогите, кто-нибудь, помогите. Он дверь закрыл. Он дверь закрыл за собой, в смысле? Ну что, добегалось? Это тупик. А вон енот, кстати, стоит. А как мне его сбить? А где мне здесь спрятаться? Подождите. А как я от него спрячусь? А как мне отсюда выйти-то вообще? Попалась. Что он делает? Нет. Игра кончена, Шерри, нет. Вы в западне. Блять, он меня, короче, попал. Он меня поймал. А в смысле, а куда мне нужно бежать? Что от меня хотят-то вообще? А куда мне идти-то здесь? Вообще ничего не понял. А, ну, типа, я убегаю от него опять. Пойдемте смотреть. Ну что, добегалось? Это тупик. Нет, ну это реально тупик. Нужно спрятаться, спрятаться. А куда мне спрятаться-то? Здесь спрятаться даже негде. У меня здесь стол сломался, блять, вы прикиньте. Сломался ебаный стол. Может быть, вот здесь? Нет, мы здесь не пролезем. А куда же мне тогда здесь? Здесь некуда прятаться. Может быть, вот здесь вот? Он меня видит? Ну, он дверь закрыл. Возможно, у меня сейчас все кончено, дверь заперта. Ты чё? Может быть, у него ключ можно спиздить? Чё он там делает? Чё ты все крушил? Где ты? Покажись. А, он сюда, блядь, идет. Я знаю, ты здесь. Придется тебя искать. Тем хуже будет тебе. А все, мы отсюда не можем выйти никак. У нас ключей нету, вы прикиньте, у нас нет ключа. А что же мне как быть тогда? А, ну вон, он отодвигает. Он нам вход сделал. Надо от него прятаться тупо и все. То есть это у нас стелс пошел. Боже мой, боже мой. Слушай, иди нахер. Здесь никого нет. Маленькая гадина где-то здесь. Слышь, пошел нахер, я тебе говорю. А, что в тебя? Давайте вот сюда вот уйдем. Мы туда можем как-то уйти? А, здесь тупик, блядь.
Мы сюда никак не уйдем. Но он меня не видит пока что. А куда здесь тогда, подождите? А куда мне здесь идти-то? Что он там делает? Не вижу. То есть, понимаете, в чем фишка? У нас там, ну, у нас там дверь закрыта. Мы не сможем. Попалось. Короче, нужно ждать, когда он дверь, что ли, вот эту откроет. Я так понимаю, да? То есть нам нужно вот здесь вот что-то спрятаться. Игра окончена, Шерри. То есть нам нужно спрятаться вот в том закутке, а подождать, когда он, короче, откроет ту дверь. И мы уже пойдем дальше, ладно. Так, ну я вроде прячусь. Я не знаю, верно ли я все делаю. Но я, короче, пришел вот сюда вот. Так, он там все что-то осматривает, все что-то ищет. Я не знаю, слушай, ну я тебя, в принципе, загнал в тупик. Я отсюда уже выйти никак не смогу. Что он там делает? Что-то осматривает. Твою мать. Хватит, хватит, пожалуйста. Так, стойте, может быть, вот сюда вот нужно резко прийти? Даю тебе последний шанс, сука. Покажись быстро. Я даже не вижу, что он там делает, блядь. Если здесь сесть. Слышь? Ну и что? А, твою мать. Больно. Блядь. А, здесь и нужно было сидеть. Вот он, дверь открыл. Это туалет. Ключи. У него там ключи. Надо их забрать скорее. Шерри, давай заберем их. Слышь, ты можешь как-то побыстрее передвигаться? Или нет? Забери их, блядь. Ключ от приюта. Вот все. Так, а у нас здесь какие-то запертые комнаты есть? Спальня. А, ну в спальне мы были уже, да. Мы туда не сможем сейчас зайти. Надо убегать, блядь, отсюда, слышь. Скорее, блядь, беги, Шерри. Шерри, хуярь, как Форест. Форест Гамп. Эй, где мой ключ? Он у меня, пиздюк. Попалась. Блядь, да уходи ты, слышишь, что ты делаешь? Открой его быстрее, использовать. Используй его, Шерри, блядь, быстрее. Засовывай ключи. Так а что мы его-то не закроем в той комнате, я не понимаю. Что за бред вообще? Вон наш спасительный выход. Скорее, скорее, скорее. Скорее, Шерри, блядь, открывай. Использовать, все, готово. Мы победили. Цепь. Как заперто? В смысле? Короче, попытка, Шерри. В смысле заперто? Какая еще в пизду цепь? А сюда, давай сюда здесь используем ключ. Пойдем опять к нему в кабинет, а что еще делать? Шерри, закрой дверь, я тебе серьезно говорю. Вот, наконец она додумалась. Ух ты, ебать, блядь. Какой он дает мне себе. А куда мне здесь бежать? Иди сюда, моя мелкая тварь. А чего мне здесь, куда спасаться-то, в какую сторону? Ну-ка, а я эту закрою. Но он ее сейчас, пиздец, он двери выламывает, как тиран, блядь, какой-то. Шерри, прячься куда-нибудь. Он не видит нихуя. Игра окончена. Нет. Сейчас получишь. Пустите. Ебать, это Биркин пришел. Это папка. Пизда ему сейчас будет. Вот. Давай, папа, не заебашил. Нет, хватит. Так убей его, папа, не. Ты что делаешь? Ну его сейчас распидорасит, мне кажется, очень сильно. Да? А, или на этом геймплей заканчивается у нас за Шерри? Загрузка. По-моему, да, слушайте, все. Поиграли мы за девочку. За 30 минут до этого. Рад снова видеть тебя, Клэр. У нас есть незаконченное дельце. О чем ты это? О чем это? Хватит тратить мое время. Верни медальон, или Шерри умрет. А, это его медальон? Медальон? Зачем он тебе? А хочешь, чтобы девчонка умерла? Ладно, где вы? В приюте. В приюте? А где он? Неподалеку, не пропустишь. Шерри, в порядке? Пока да. Клянусь, сволочь, если ее тронешь. Серьезно? Чтоб тебя. Магнитная карта от гаража. Вот нам дали наконец-то ее. Спасите Шерри из приюта. Сейчас ты у меня получишь, ублюдок. Пойдемте мстить за Шерри. Так, здесь мы все взяли, да. Так, все, можно отсюда. Надо засейвиться. Перед уходом. Так, пойдемте. А мы сейчас, кстати, сможем попасть в магазин Кенда. Мы сейчас, получается, на улицу выйдем. А там как раз его ларек стоит с оружейной этой херовинкой. Так, нож мне нужен, это мне нужно. Ну, давайте, короче, засейвимся здесь на этом моменте. Так, где у меня порох-то? Ой, тут печатная лента. Вот цветная лента.
Так, это мы берем, достать. Одну штуку тогда достанем. Прятки дали ачивку. Но из-за того, что мы прошли кампанию за Шерри. Так, ладно. Так, печатная машиночка используем. Ну, было, кстати, довольно интересно бегать за Шерри. Компашка была классная, такая со стелсом. То есть даже немножечко постелсили. Это был Resident Evil 2. Спасибо вам за просмотр. Ставьте оценки, ставьте комментарии. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Твиттер. Хорошего вам дня и до следующей части.